Пряный огород. Как же он необходим на дачном участке? Сажать буду в высокие грядки. Я заранее подготовила и засыпала грунт. Теперь время подкормки. Использую специальное удобрение для пересадки и рассады. Оно обеспечивает максимальную приживаемость и тонус растения. В нем очень много аминокислот для быстрого укоренения. Добавлю также почвоулучшитель. Он защитит растения от вредителей. Немного углубляю удобрение и делаю разметки для посадки. Сажаю петрушку, щавель, дайкон, сельдерей двух видов. А пока я сажаю, посмотрите ролик, как осуществлялась сборка данной высокой грядки. Я ее купила на hitsa.ru. Как собрать высокую грядку? Алгоритм довольно простой. Выбираем место и собираем деревянный короб, он с водоотталкивающим составом. Скрепляем для надежной фиксации металлическими уголками, они декоративные. Просто монтируются и сгибаются по готовым линиям. Посмотрите сами. А, да, чуть не забыла присверлить шурупами. Мне так понравился этот процесс, что даже еще захотелось собрать вторую грядку. Засыпаем грунтом и разравниваем его. Для установки системы автополива я использовала садовые стикеры, кованые опоры для фиксации поливочного крана и шланга. Большой выбор вы найдете на сайте hitsa.ru и маркетплейсах, ссылку я оставлю в описании. Продолжаем посадку. Люблю и сажаю руккулу, рядом пекинскую капусту и напоследок базилик. Ну вот и готово. Наша пряная грядка полита, и теперь нужно подождать, когда все саженцы приживутся и разрастутся.